сбил несовершеннолетнего и скрылся. Накануне в Махачкале по проспекту Имама Шамиля житель Карабдахкенского района совершил наезд на 17-летнего подростка, который переходил дорогу в зоне пешеходного перехода и скрылся с места происшествия. Пострадавший с различными травмами был госпитализирован. Полицейскими водитель задержан и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства. Ехал я по улице Калинина, не на большой скорости, я не заметил. Двое сразу выпечали, и третьего я не заметил. Ну, третьего я сам лобовой зацепил. И был на эмоциях, все сказать, и не остановился, уехал. Растерялся. Ранее до этого что-нибудь употребляли, алкогольное, ничего, наркотическое? Нет, ничего не употреблял, трезвый. А то, что человек пострадавший там находится, вы... Я заметил, как-то он на ногах стоял, как ничего серьезного, так подумал, как раз как уехал, и потом сожалел, что не остановился.